Многие надеялись увидеть украинку Руслану Цехоцкую на Олимпиаде в Лондоне еще в 2012 году, но результаты последнего отбора заставили прыгунью отложить олимпийские мечты на 4 года. Тогда Руслана несколько раз превзошла олимпийский норматив, но таких спортсменок было больше трех, и по решению тренерского совета ее не включили в сборную для участия в играх в Лондоне. Сейчас Руслана под руководством тренера Анатолия Голубцова стремится к новой победе. В июне этого года спортсменка снова выполнила олимпийский норматив и теперь едет в Рио. Спортом Руслана начала заниматься с раннего детства. Сначала совмещала легкую атлетику и борьбу с дзюдо. В свое время даже выиграла черновицкие областные юношеские игры сразу в трех видах спорта. Затем сконцентрировалась на легкой атлетике, где ее первым тренером был Геннадий Терехов. Норматив мастера спорта в тройном прыжке выполнила в 2007 году. Неоднократно побеждала и входила в число призеров на чемпионатах и кубках Украины под открытым небом и в помещении. Участница чемпионатов Европы и мира. Много спортсменов, они готовятся, да, физически, то есть и восстановление, и питание, и все условия есть. Но я думаю, что это недостаточно, потому что в каждом спортсмене должна быть боевой дух, то есть вера в себя, вера в Бога. Допустим, я очень верю в Бога, и я знаю, что Он мне дает дух, который побеждает